боксируешь практически на родине, да, в своей области, это как-то подстегивает? Да, конечно, это дополнительная ответственность. Но в Самаре я уже боксировал на похожие матчевые встречи с Самарской областью ПФО. И тогда очень помогали стены и зрители. Я думаю, на этот раз будет даже лучше. Поэтому, ну, мы покажем красивый бокс. Я хотел выступать на такой арене, и чтобы родители были рядом. Потому что для них это также гордость, что сын выступает на такой арене. Вчера, сегодня я изучал, смотрел его бои. Он выступал на такой же матчевой встрече «Россия-Африка». Он там уступил. Поэтому мы знаем его фишки, мы к нему готовы. Кевин, вы первый раз в России? Нет, c'est ma deuxième fois de venir ici pour combattre. J'aime bien la Russie parce qu'il y a des hommes forts comme moi ici. Холод, морозы не пугают? Ouais, je me débrouille bien parce qu'en Afrique il fait vraiment chaud, mais ici il y a un peu le changement de climat, je m'adapte quand même. Ouais, les pays nickel parce qu'il y a des gars combattants plus forts que moi ici, j'aimerais bien se battre avec eux.